рассмотрим немножко другой случай. Мицелий везде хороший был. Видите, блоки белые, хорошие. Но вот эти блоки, вот, раз, два, три, здесь как раз и мицелий хороший. Но мне показался субстрат немножко какой-то не такой, некондиционный. Чем-то, хотя горячий, там проваренный, все. Но запах такой вот был, как у силоса такого вот, такой перенасыщенный влагой. Хотя другие вот, скажем, мешки в такой же среде отличались от него. Вот. Из-за чего, ну, скорее всего, попалась как раз партия такая соломы именно вот в этот мешок при измельчении. Скорее всего, солома была черноватая, подмоченная, но высохшая, сухая. Ее измельчили, но при дальнейшем ее запаривании она вот дала такой вот эффект вот неприятный на ощупь, на запах. И вот вы видите, зарастает как-то он тоже странно. Не белый, вот как здесь вот, а такой желтоватый, темноватый, неоднородные вот белые вот эти вкрапления. Тоже не убираем, потому что зеленых плесневых бактерий нету. Просто смотрим, что из этого получится, какой будет урожай, стоит, не стоит, либо сразу выбраковывать, либо, например, поставить, ну да, что даст, то даст, оправдает, например, тот мицелий, который засеяли в него. Ну, как-то так.